Я снова нахожусь в аэропорте города Кучин. Перед входом повсюду крытые стоянки, крытые беседки. За моей спиной сейчас это аэропорт находится, там находятся крытые стоянки. Они повсюду. На крышах этих стоянок находятся солнечные батареи. Аэропорт города Кучин полностью использует электричество для своих целей только от солнца. Ничего не берет из кабеля, ничего не берет от электростанции извне. 100% обеспечение солнечной энергии. Вот такой факт я совершенно не ожидал увидеть. Счастливо!